Судоводителей будут штрафовать по новым тарифам. Накануне вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Так, размер санкций для водителей катеров за превышение скорости и нарушение правил маневрирования увеличились вдвое – до 1000 рублей. А за управление незарегистрированным судном теперь придется заплатить от 15 до 20 тысяч рублей. Ранее нарушитель мог отделаться 2000. Госпошлина, которая, допустим, элементарно за регистрацию маневрирующего судна обходится в 1800, да, либо штраф, который обходится от 15 до 20 тысяч незарегистрированного порядка. Есть, конечно, разница, большая очень разница, в 10 раз. Вообще, по территории Ангарского городского округа на сегодняшний день, с 1 марта, нами уже государственными инспекторами составлено 39 административных дел, из них 27 именно вот по этим измененным статьям. В летний период наблюдение за обстановкой на водных объектах проводится в усиленном режиме. В рейдах участвует более сотни инспекторов ГИМС и 41 патрульное судно.